приступаем к выполнению программы, направленной на лифтинг ягодиц. Выбрали экспресс-протокол, оценили качество кожи и оценили его как нормальное. После того, как наша клиентка одела костюм, мы измерили длину подъягодичной складки, которая составила у нас 10,5 см. Процедура 10-минутная выполняется по 5 минут на каждой ягодице. Мы работаем по лифтинговым линиям, правильно направляя вращение роллера и движение крыла против действия гравитации. И по окончании 5-минутной обработки правой ягодицы у нашей клиентки снова измеряем подъягодичную складку, длина которой после такого вот короткого, но эффективного воздействия составила у нас 9 сантиметров, то есть уменьшилась на 1,5 сантиметра, и визуальное улучшение контуров ягодицы и верхней части бедра мы также с вами можем отметить.